Областной молодежный центр «Химик» в очередной раз эпицентр добрых дел. 16 апреля количество добровольцев на квадратный метр зашкаливало. Со всех районов области сюда съехались волонтеры. Областной слет волонтеров – мероприятие, организованное региональным министерством по делам молодежи для поддержки и развития добровольческой деятельности на территории Омской области. Энергия молодых людей по тому, как сделать наш регион лучше, как сделать себя лучше, как работать над собой, она здесь как раз в молодежном центре, который поддерживает правительство области и может быть реализована и усилена многократно. А волонтерское движение – это одна из таких мощных направляющих сил. Здесь приехали сотни ребят, которые в это движение включились, и я хочу еще раз высказать им слова благодарности, слова поддержки. Более 700 представителей добровольческого движения, волонтеры, пропагандирующие здоровый образ жизни в рамках проекта «Альтернатива», студенческие волонтерские объединения и участники различных добровольческих акций встретились познакомиться, поделиться опытом, знаниями и навыками. Я волонтер 4 года, мне очень нравится эта деятельность. Мы все очень активны, радостны, жизнерадостны. Любим это дело, любим танцевать, петь. Мы любим волонтерство. В рамках слета был организован интеллектуальный турнир «Мы за здоровый образ жизни», в котором все волонтеры принимали активное участие. В вопросах ведущего зашифрованы основные термины добровольчества и профилактики вредных привычек. Ребята без труда давали ответы по хорошо знакомой им теме. Мне нравится жить здоровой. Я хочу, чтобы у меня дети были здоровыми. Мне нравится рассказывать людям о том, о плюсах здорового образа жизни и о минусах нездорового образа жизни. Музыкальный марафон – возможность подвигаться, поднять настроение и наглядно показать, как здорово вести активный и здоровый образ жизни. Свои флешмобы, заводные и зажигательные, волонтерские отряды демонстрировали с особым удовольствием. Потому что это круто, это весело, это много новых людей, много общения, много новых друзей, у тебя друзья по всей области. Это круто. Каждый, кто стал участником областного слета волонтеров 2014, взял для себя что-то свое – знания, общение, эмоции. Что полезно для меня? Во-первых, снова же можно сказать, что люди здесь добрые. То есть каждый может сказать тебе что-то хорошее, ты можешь ему сказать это в ответ. Узнал много нового. Я надеюсь, что я поступлю куда, там будет тоже добровольческий отряд волонтеров, и я буду заниматься этим. Подобного рода мероприятия, когда на одной площадке собираются волонтеры со всего региона, со всех муниципальных районов, с города Омска, различного направления. Это спортивное волонтерство, здоровый образ жизни, помощь отдельным категориям граждан, помощь животным. То есть все, что объединяет волонтерскую деятельность, и у ребят есть возможность на одной площадке пообщаться, поделиться опытом, рассказать, как это делается в том или ином отряде, как структура отряда строится, какие взаимоотношения корпоративные, какие корпоративные мероприятия проводятся среди волонтеров. И вот во всей этой атмосфере, то есть это очень продуктивно. Самым ожидаемым моментом мероприятия стало подведение итогов конкурсов «Волонтер года» и «Лучший волонтерский отряд». За победы в конкурсах заслуженные награды в этом году получили Евгения Власова, волонтер отряда «Феникс» Таврического района. Земляки Елены, доброделы, признаны лучшим волонтерским отрядом. Мы в восторге, столько позитивных людей, столько замечательных детей, которые участвуют. Они прям наполняют нас своей энергией, хочется с ними работать и работать. Призами и дипломами Министерства по делам молодежи отмечены также призеры и финалисты конкурсов. Областной слет волонтеров состоялся, а его участники отправились в родные районы продолжать творить добрые дела.